Что там происходит у водохранилища? И перчатки. И время от времени отдыхайте, особенно Мэй. Никто не заставит эту женщину отдыхать, если она не хочет. Но я постараюсь. Спасибо, Мэй. Обними Мэй от меня. И береги себя. В транспорте. Звучит как метафора. Внимание! Поступают сообщения о стрельбе из машин. Нужна поддержка в портсайде. Прием! Действуем быстро и тихо. Если меня заметят, заложнику конец.
Человек-паук прорвал периметр. Нужна помощь. Смотрите по сторонам. Нашел что-нибудь? Держись, я вышлю подмогу. Уже иду. Баиньки. У нас потеря. Заметишь движение, стреляй. Там кто-то есть. Выключаем. Действуем быстро и тихо. Что это было? А вы так ничего и не поняли. Кто это там? Вижу Человека-паука! Привет, МЖ. У тебя все хорошо? Да, я просматриваю записи от Скорб. Слушай, это совершенно не в тему, но помнишь, как мы ездили на Стейтен-Айленд с Гарри? Чтобы найти лучшую пиццу в городе? Как такое забыть? Колесили 10 часов ради подгоревших тостов с холодным сыром. Что-то в этих старых папках о Скорб напомнило мне о тех днях. Гарри был так доволен поездкой на пароме. В те времена все было гораздо проще. Никакой работы, никаких суперзлодеев. Мы могли потратить целый день на поиски дрянной пиццы, если захотелось. А сейчас, кажется, если мы вздремнем, мир сразу развалится. Это точно. Но то, что мы делаем, пытаясь не дать миру развалиться, это ради того, чтобы другие ребята могли безмятежно исследовать бистро на Стейтен-Айленде. Круг жизни. Круг дрянной пиццы. Да, ты прав. Отличная точка зрения. Спасибо, Пит. Отчет об обстановке. Наблюдательный пункт развернут. Цель не обнаружена. Сделано. Thank you.
происшествие в Северном Мидтауне. Башня Фиска. Я бы на их месте придумал новое название. Наркотики, пожалуй, худшие из всех преступлений. В первой пятерке. Или в первой с конца. Вижу водохранилище, а скорпиона не вижу. Пожалуй, взгляну поближе. Будь я наемником в костюме скорпиона, где бы я был? Позади тебя! Я бы сразу тебя прикончил, но мне платит Октавиус, и он хочет тебя помучить. И я не против. Черт! Что он мне вколол? О! Это... Это что? Море яда? Нет, это не по-настоящему. Это действие яда. Но рисковать нельзя. Надо забраться повыше и разобраться, чем он меня отравил. Вроде безопасно. Надо исследовать нейротоксин и создать противоядие. Скорпион расширил ассортимент.
Галлюциногенный нейротоксин. Мозг создает кошмары, а тело думает, что это взаправду. Надо быстро сделать противоядие. Начнем с натурального стероида. К примеру, подойдет экстракт белой эклипты. Тут рядом оранжерея университета. Там есть эклипта. Это плохо. Это всем известно. Вот и оранжерея. Теплица. Должна быть эклипта белая. Где оно? Это наяву или в голове? Может и так, и эдак. Док? Галлюцинации становятся сильнее, но ты справишься. Док, вы как-то... Как у меня было до подключения к нейроинтерфейсу. Я всегда был одержим. Интерфейс лишь позволил мне эту одержимость реализовать. Я разберусь. Помогу. Как-нибудь. Ой, Пит. Вечно ты берешь ответственность на себя, даже если надежды нет. Знаешь, твой неистребимый оптимизм много раз заставлял меня продолжать работу, несмотря ни на что. Я буду скучать. Простите, док. Мне так жаль. Да, да, ты сожалеешь. Но ведь именно ты позволил этому случиться. Тебе следовало бы задуматься о своих приоритетах. Послушай, вот и белая эклипта. Антидота. Мне нужен антитоксин. На одной из станций Гарри делали синтетический атропин. Мне надо скорее туда. Гигантские скорпионьи хвосты. Прекрасно. Спасибо, мозг. Как ты, паук? Чувствуешь, как конечности холодеют от ужаса? Скорпион? Как ты узнал мой номер? Вечно ты задаешь не те вопросы. Как я тебе звоню? А звоню ли я тебе? Возможно, я лишь бред твоего умирающего мозга. Когда выведу из себя этот яд, ты у меня получишь, маг. Букашка разошлась не на шутку. Удачи в погоне за розовыми слонами. Исследовательская станция. Мне нужен атропин. Надо попасть внутрь. Атропин нашел. Атропина нет. Опять. Ты опоздал, как и в случае со мной. Вы не такой, док! О нет, это и есть я. Тот я, которого общество сочло неудобным. Та часть меня, которую я подавлял. Но ты помог мне избавиться от оков.
Простите! Я вам помогу! Клянусь! Хватит себя обманывать! Ты никому не помогаешь! Отрава в тебе! Ты сам отрава! Убегайте от меня! Дайте мне шанс! Мне от тебя ничего не нужно! Ты неудачник в жизни, в любви, в работе! Ты несешь только боль! Нет! Стойте! Я не отступлюсь! Поговорите со мной! Я могу помочь! Хочешь обойтись со мной, как с остальными? Запереть в клетке? Лишить меня воздуха? Нет. Мой гений будет сиять на свободе. Я видел, Питер, как ты делаешь заметки, воруешь идеи, крысу в моей собственной лаборатории. А я называл тебя другом. Я же ваш друг, Отто! Пожалуйста! Я всегда был за вас и всегда буду! Ты продавал мои идеи, но... Вот он, Атропин! Надо изготовить антидот. Нужно вернуться в лабораторию. Ты все еще с нами? И почти исцелен. Простите, что сорвал вам план. Не волнуйся, паучья башка. Это пару супервизов. Мы очень скоро увидимся вновь. Обязательно. Время на исходе. Надо смешать антидот. Вот. Настоящий? Ну, сейчас узнаешь. Дождись, пока он остановится. Надо, вот мой номер. В него трудно попасть, видишь? Опять галлюцинация. Хорошо, хоть на сей раз довольно хилая. Просто я, который хочет меня отвлечь. Ну давай! Один есть! Ты неудачник! И всегда только им и будешь! Он меня провоцирует! Готов! Из тебя всем вокруг жилось бы лучше, и ты это знаешь! Мне нужно сосредоточиться на деле. Вот. Еще немного. Тоже мне герой. Еще один есть.
остался один. На месте твоего дяди я бы тоже хотел, чтобы меня приспилили. Надеюсь, это последний. Я еле стою на ногах. А вот и оборудование. Наконец-то. Время на исходе. Вроде сработало. А где мой костюм? Я слегка переборщил с обеззараживанием. А надо бы одеться. Другое дело. Сделаем вид, что ничего этого не было. Над чем док работал с этим? Прекрасно. В голове туман. Надо развеяться, чтобы остаток яда выветрился из организма перед следующей дракой. Прошвырнусь по городу. Задать тебе один непростой этический вопрос. Имеем ли мы право отказываться от друзей? О, Пит, ты права-то? Что, так очевидно? Да, я тебя понимаю. Знаешь, повышенная часть меня хочет сказать. Нет, настоящий друг всегда должен быть рядом, даже когда люди заблуждаются. Но то, что сделал он, даже не знаю, Пит. Думаю, тебе нужно решить, есть ли еще тот ход так далее, с которым... Да, наверное. Спасибо, МЖ. Думаю, мне надо все обдумать. Звони в любое время, Пит. Поговорим. У меня мало времени.
паутина его заглушила. Еще одна. Десять секунд. Надо срочно обезвредить бомбы. И динамит взорвался. Еще одна, быстрее! Можно лучше. Нужно заняться Скорпионом, но я еще не видел тетю Мэй после пожара. Пожалуй, забегу в пир. Я тебя знаю. В Хэллоуин ты был на крыльце моего соседа. Меня зовут Бригадир, и тебя вот-вот примут в школу. У меня фоторефлексивная память. Я могу повторить все твои приемы, которые вижу. А еще могу предсказать, что ты будешь делать. Да я и думал. Как ты все это блокируешь? Я знаю все, что ты собираешься делать. Ну как? Я не хуже мстителей, а ты пустое место. Еще чуть-чуть и все. Нужно найти слабое место. Используй мои приемы. Поймешь, что это не работает! Все отлично работает. Каждый раз я осваиваю все больше твоих приемов. Я думал, ты быстрее. Так вот каково это! Сейчас рванет. Подражатель всегда уступает оригиналу. Эй, эй! Нет! Это мой любимый прием! Самое то для вечеринок. Именно для новой стратегии. Это произвело впечатление. Дурак или тормоз? Вот это гнусно! Копировать мои добивания!
для новой попытки. Пытаешься убить меня или завербовать? Я еще не решил. Тебя ждут мои новые испытания. Тренируйся так, словно от этого зависит твоя жизнь. Потому что так и есть. Отряды Соболя, доложите обстановку в японском квартале. Мы задержали группу подстрекателей. Им будут при... И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров? У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне. Ничего себе. Я в норме. Мэй, помнишь, ты сказала, нужно смириться, что я человек, такой же, как все? Ты, Бен... Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречусь с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Ну же, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Тише, тише. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. Видел, как здоровяк ему врезал? Слышал звук? Раздавил, как жука. Шмяк. И все потому, что он пошутил про его костюм. Это жесть. У чувака проблемы. Большие. Надеюсь, кто-нибудь к нам сунется. Нужно отвлечь его. Может, софт для взлома? Я что-то слышал. Ну, вперед. Я мог бы перепрыгнуть через стену. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Видел, как он прошел. Просто свет такой. Я слышал. Они оба такие. Но хоть на нашей стороне. Вы двое, давайте сюда! Ладно. Марля, йод, но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Ничего, уже глюки пошли. Я слышал! Это можно закончить. Просто выдай нам точки и расписание ваших рейсов. У меня нет этой инфы! То, что делает Бенсон, лекарство есть там. Мерзко.
Надо пройти мимо этих типов. Дай информацию, и он прекратит. У меня нет прав. Ох, дружище, Бенсону нужно совсем другое. Нельзя понять. Твоя жестянка! Что это там? Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Да все из-за Осборна. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Да чё? Звучит очень плохо. Пока мы берем все, что находим и хотим взять, мне наплевать. Ну да, на черном рынке за это дадут целое состояние. Давай копать дальше. Куча странных звуков. Эти из Соболя выдали координаты склада? Ну да, теперь здоровяк в одиночку крушит станции. Он просто ходячая бомба. Это все его русская кровь, чувак. Делает безумца. Это обидно. У меня бабка русская. Бабка? Разве это не значит, что ты тоже русский? Что? Нет. Чувак, хватит про мою семью, понял? Тут все скрипит. Что это? Еще одна палатка с припасами. С пара пакетов первой помощи, но антибиотики. Где же они? Они собираются делить припасы. О, пусть только попробуют нас скинуть. Эй, даже не пытайтесь. Саня! Брат, расслабься. Каждый получит долю. Лучше избегать снайпера. Эй. Чувак, что ты несешь? А ты, пожалуйста. Я что-то слышал. Медикаменты. Ну давай, ящик, ну уже. А, амоксициллин. Прекрасно. Очень большой человек. О, нашел взрывающийся бульдозер. Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник не учтив. Он не владеет тонким искусством убеждения. Стой! О! Зря я это увидел. Что это? Проверь. Живо. Меня не видел. Надо выбираться отсюда. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры! Тоннель. Может, я... Теперь мы играем со светом. Я поиграю с твоей рожей! Выходи, я обещаю, что не раздавлю тебя. Не смотри на меня, не смотри на меня.
все! Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Кто здесь? Выходи! У меня нет времени на игры! Теперь мы играем со светом! Я поиграю с твоей рожей! Выходи! Я обещаю, что не раздавлю тебя! Не смотри на меня! Не смотри! Мимо него. Ты меня злишь. Выходи же! Немедленно! Мне это не нужно! Еще немного... Ужас. Повезло. Нужно валить отсюда. Хватит со мной играть! Наверняка выход уже близко. Тот контейнер. Это выход. Ты не прячешься! Попробую другой путь.
Не прячься! Может, там я буду спрятаться? Я найду и раздавлю тебя! Вот, тот контейнер! Это выход! Надо, чтобы он отошел оттуда. Ветра в поле! Ненавижу искать ветер в поле! Надо сообщить Мэй, что я нашел. Отстань от меня! Отдавай бумажник! Помогите! Отцепись от него! Это ты зря, паренек! Нельзя же вот так толкать людей! Что? Вот так? Ладно. Смелый малыш. Напрячь ноги. Что он несет? Через секунду он уже ничего не скажет. Воу. Хочешь попробовать? Не, я в порядке. Хочешь попробовать? Надо поработать над фразами для драки. Майлз, эй, я пытался дозвониться. Живой? Слушай, только не злись, но мне... Мне нужно кое о чем тебе рассказать. Ты молодчина, Майлз. Оставайся в пире. Если преступники впадут в отчаяние, они могут напасть на приют. Я и сам подумал. Если здесь что-то еще произойдет, я дам тебе знать. Супер. Спасибо, Майлз. Юрий, я понял. Носорог нападает на центр помощи Оскорб. Думаю, я знаю его следующую цель. Сообщают о каких-то масштабных разрушениях в Гарлемском центре. Похоже, это он. Направляюсь туда. Ты в порядке? Устал, но еще держусь. Мы совсем справимся. Верь в это.